только благодаря вашему уму, вашему терпению, вашему старанию дети могли достичь тех результатов, которые есть у нас в этом году. Посмотрите внимательно на эти лица, ведь именно эти люди, учителя городского округа Щелково, каждый день помогают детям узнавать что-то новое, познавать окружающий мир, вырабатывают у них стремление и желание учиться и развиваться. А еще эти учителя подготовили множество школьников округа к Всероссийской олимпиаде, где ребята продемонстрировали высокие результаты по самым разным предметам. Больше 50 педагогов наградили благодарственными письмами главы городского округа Щелково за добросовестный труд, большой вклад в развитие образования на территории округа и подготовку обучающихся, которым был присужден грант главы. Самое главное – это уметь заинтересовать ребенка, замотивировать его, привить интерес, любовь к предмету, и тогда все получится. Наша школа уже второй год подряд готовит достаточно большое количество призеров регионального этапа Олимпиады. Хочу сказать, есть у нас учитель Кошелева Светлана Николаевна, которая в этом году подготовила 9 призеров регионального этапа Олимпиады и призера заключительного этапа Олимпиады. Всероссийская олимпиада школьников является самой массовой и престижной среди школьных конкурсов. Она дает возможность победителям и призерам получить ряд преимуществ. Например, в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение без сдачи вступительных экзаменов по предмету, по которому они получили диплом в интеллектуальном состязании. Всего соревнования проводятся по 24 профилям. В региональном этапе в этом году приняли участие более 360 школьников, из которых 136 стали призерами и 25 победителями. В заключительном этапе от городского округа Щелково выступили 7 ребят. 6 из них стали призерами. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.